Приветствую подписчиков и гостей страницы «Умная еда Смартфуд». Вы большие молодцы, что смотрите этот эфир, так как речь сегодня пойдет о главном – о качестве и безопасности питьевой воды. Из источников массовой информации, журналов, телевидения, интернет мы с вами знаем, что вода, которая поступает к нам в дома и квартиры по трубам, относится к классу технической жидкости. В ней содержится хлор, соли тяжелых металлов, вредные примеси. Она непригодна для питья и для приготовления пищи. Проблема с питьевой водой с каждым годом все острее. И даже если мы покупаем самую лучшую бутилированную воду в магазине, мы должны помнить о том, что она живая в течение 2-3 часов, когда она заливается в бутылки. Затем она теряет свои свойства, теряет свой заряд. И к тому же часто в нее добавляется консервант, чтобы она сохранялась долго и не выпадала в осадок. Чтобы пить чистую воду, нужно жить у хорошего источника. Я думаю, что вы уже знаете об этом. Когда-то в детстве мы с родителями ездили к водоему, ловили там рыбу, из этой воды мы готовили уху, пили чай из этой же воды, купались. Но сейчас, по прошествии десятилетий, и с тем, как сменилась наша экология, я бы даже не рискнула там искупаться. И я думаю, что таких случаев вы тоже знаете множество. Что же делать? Где брать качественную воду для себя, для своих детей, для наших родителей? Сама природа подарила нам удивительный продукт, который является мощным сорбентом и возвращает воде все утраченные свойства. Минеральная композиция Coral Mine отдает воде 69 минералов и микроэлементов. Мы получаем с вами в стакане коктейль питания каждой клетки. Такая вода имеет отрицательный заряд. Именно такой показатель имеют родники с чистой горной водой, которых осталось на планете Земля менее 1%. Coral Mine создает в организме слабощелочную среду, нормализуя кислотно-щелочной баланс. 1-граммовый пакетик Coral Mine добавляется на 1,5 литра негазированной воды, и через 5 минут эту воду мы уже можем пить. Пьется она за полчаса до еды, либо через 1,5 часа после еды, в том количестве, которое нам необходимо. И представьте себе, когда человек начинает пить такую воду, через несколько дней у него налаживается сон. Он начинает спать как младенец. Через пару недель он замечает, что желудок работает как часики, перестает хрустеть суставы при ходьбе, нормализуется давление и уровень сахара в крови, решаются проблемы с густой кровью, нормализуется работа почек и печени, идет восстановление всех систем и организма в целом. Скажите, друзья, нужна такая вода людям? А вашим родным, близким? А вам? Миллионы людей во всем мире пьют воду с этим удивительным продуктом, который подарила нам природа. Узнать подробнее о Coral Mine вы можете, перейдя по ссылке рядом с этим видео. Я и моя семья пьем эту воду уже давно и очень довольны своими результатами. Какую воду будете пить вы, решать вам. А я вам желаю здоровья и активного долголетия.